сюжет футболиста карьеры полностью вымышлены. Всякое сходство с реальными событиями является абсолютно случайным. Итак, наша история начинается в 1999 году. Именно тогда родился наш главный герой в городе Барнауле. И там он до 15 лет выступал за молодежную команду «Динамо Барнаул». Ну и после чемпионата мира 2014 года в Бразилии нашего игрока заметила молодежная академия «Локомотива». После 5 лет выступления за «Локомотив» нашему игроку стали поступать предложения из Европы, и из-за родственных связей в Германии наш игрок все-таки решается перейти во вторую немецкую бундеслигу в Штутгарт. Ну что ж, друзья, я предлагаю вам, что мы не будем каждую неделю приходить на тренировки, потому что у нас буквально через сезон получится уже футболистом с рейтингом 99, поэтому я предлагаю раз в месяц проводить тренировку, и тогда у нас более-менее какая-то реалистичная карьера, но все-таки получится. И насчет тренировок, я их не буду симулировать, я буду их проходить сам, то есть что заработал, то и получу за это. Ну что же, первая наша тренировка подошла к концу, вот так вот на А и Б мы ее выполнили. Итак, ну а в группе у нас Штутгарт, наша команда, Фрейбург, Стандарт Лиеги и Портимонсе. Фрейбург — это тоже немецкая команда, так что давайте вообще посмотрим, кто там во второй еще группе. Конеспор, Энджерс, Генк и Бреше. Я так вообще не понимаю, в каком мы городе. В Бельгии написано. Вот у нас турнир бельгийский, но тоже неплохо. Итак, сразу же я решил сдать нашего игрока, поставить на трансфер, посмотреть, какие вообще клубы будут нами именно заинтересованы. Итак, стартует наш предсезонный турнир Штутгарт против Стандарт Лиеги. И вот они мы в нападении сегодня. Хороший пас. Обратно. Удар. Нет. Гола. Нету. Так же, как и удары еще нашего в створ. И вот он момент у Стандарта, и он его забивает. Концовка тайма, и мы пропускаем на первом матче предсезонного турнира вот такого, например, момента в нападении. Навес и удар пошел, но и мы получаем травму, друзья, просто из-за такого вот столкновения. Наш дебютный матч, хоть и в товарищеском турнире предсезонном, заканчивается, во-первых, травмой, во-вторых, поражением. 6,3 наша оценка, но сообщения нам никаких не дали, значит, все-таки все у нас нормально. Итак, второй матч предсезонного турнира. Играем против Портимонсе. И вот он, навес какой хороший, но все-таки. Так. Левой ногой. Какой же был хороший сейчас момент, но мы не забиваем. И счет 1-0. Просто незамысловатый такой прострел. И команда соперника забивает. Отыграли мы свое время, и давайте будем смотреть остаток матча. Навес, и это гол. 2-0, дубль забивает Бетта. Все, наше второе уже поражение на этом турнире. И, скорее всего, мы уже точно не в раунде плей-офф. Да, здесь уже без шансов. Вторая строчка набрала 4 очка, и мы не попадаем в плей-офф. Но все равно матч нам нужно доиграть. Итак, третий матч, третий тур нашего предсезонного турнира. Последний для нас матч, так как мы уже точно не выходим в плей-офф. И неплохо так проходим. И отдаем хороший такой пас. Удар будет у нас угловой. Уходим мы на перерыв. Я сразу прошу замену, потому что я там сильно очень устал. И мы заканчиваем этот турнир на вот такой вот ноте. И гол, да. Уже 4-й мы мяч пропускаем на этом турнире, и пока что вообще ни одного мы не забиваем. И забивают 2-0. И мы окончательно вот так вот разгромно еще и вылетаем с этого турнира. Итак, заканчивается матч, мы проигрываем и его. Тоже со счетом 2-0, как и предыдущий матч. Отлично, наконец-то нас выставили на трансфер. Но все равно никуда я из Штутгарта в этом сезоне уходить не буду. Я хочу доиграть именно во второй Бундеслиге. Потому что здесь я буду получать уж точно игровую практику. Ну а потом уже, может быть, и перейдем в следующем сезоне. Итак, Сток Сити нам предлагает команда, которая, если я не ошибаюсь, сейчас играет в чемпионшипе. Да, все так, но мы все-таки пока что не готовы к АПЛ. Мы будем играть
еще в Бундеслиге. Нам приходит еще одно сообщение, предложение о трансфере, еще одно. А нам уже в Данию предлагают, в Копенгаген, но мы все равно отклоняем. Ну что ж, друзья, спасибо вам большое за просмотр первого выпуска нашей карьеры. Мы со следующего выпуска стартуем в чемпионате Германии, во второй Бундеслиге. Так что, если вам понравился этот видеоролик, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, подписывайтесь на мой инстаграм, потому что там будут выходить всякие анонсы по именно каналу. С вами был Андрей и канал Футбол Этажи. До новых встреч, друзья. До свидания.